Да что с телевизором-то случилось, а? Почему работать-то все перестало? Что за фигня? Походу, надо будет в ремонт его нести. Эй, слышишь, Фиалка? Телевизор украл ты. Все, да он ну. Походу... Да ну он все, больше не включается. Работал. Да нифига подобного. О, Лубик, ты в телевизорах шаришь? Нет, в телевизорах не шарю, пойдем со мной. Куда? А что случилось? Там такая фигня, я тебе покажу сейчас. Смотри, вот даже отсюда можно увидеть. Пойдем, пойдем туда, нам туда. Нифига себе, чего это такое? Офигеть, смотри. Это танк что ли стоит? Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Да, там танк что стоит. Там? Офигеть, ты посмотри, можно. Что это такое? Эй-эй-эй-эй-эй, нифига смотри, себе. Что тут за фигня? Это же Спикермен 2.0. Ого! Тут не один танк. Что тут творится? Вон еще танки. Военные здесь и жители обычные. Офигеть. А почему? Давайте спросим у кого-то. У военного давай спросим. Давай спросим у военного. Эй, привет, а что тут происходит у тебя? Мы тут поймали Спикермена Титана. Зачем вы его поймали? Потому что он работал на скибиди туалетах. Так его же вылечили от этого уже давно. Отпустите он же его! За камераменов. Да, возможно, вы его чего? Вылечили, но мы его не доверяем. Поэтому решили держать его под стражей. Так он же помогал сражаться против скибиди туалетов в последней битве. А вы его в клетку посадили. Вы чего, прикалываетесь что ли? Ну так вот, мы проведем исследование. Сделаем, выберем, что он адекватный. И тогда, может быть, отпустим его. Так его же, блин, этот сам камерамен Титан отпускал, ничего такого, и вот он там живет, как бы тоже. А мы его не отпустим. Ну ё-моё! Не должно было так случиться! Это несправедливо, что он сидит в клетке. Да, вот именно, это вообще несправедливо. Он не виноват в том, что его да заразили равно, тогда. Да что вы считаете, брысь отсюда! Ё-моё! Какой он сердитый! Чё такие да злые-то, уж. Блин? Он же не виноват, блин, его вылечили. И до этого, типа, он же не сам заразился, блин, специально. А это вышло, ну, да, так получилось. Да, потому что он всех там защищал. Слушай, ну, может, его в конце концов отпустят, когда поймут, что он, типа, нормальный? А да если его на опыты нет? Пустят, это же военные, Нубик. Ты что, не знаешь, как они работают? Нет. Так, а ты что тут подслушиваешь? Иди отсюда. Да, иди отсюда, пошел. Давай, гони его. Еще всё. Один, пошел. Прогоняй всех туда, что они тут стоят, подслушивают? Пойдем лучше к себе домой. Да, реально, пойдемте отсюда. Чтобы лишних ушей тут не было, а то мы тут такие вещи обсуждаем, а тут, блин, жители они миллион. И танки пригнали сюда, и клетку эту сделали. Почему там жители не протестуют? Так они, да наверное, они за, блин. За это, а что, как да. Так можно? Ну, как-то так, по сути, наверное, можно. Я в шоке, если честно. Блин, взяли, закрыли Спикермена. Сейчас вот скибиди туалеты нападут на деревню, и все, кранты. Да, и все, а что, военные смогут не что-то сделать? Не получится, они нифига они не смогут сделать, вот даже именно. На своих танках, блин. Потому что это скибиди туалеты, ё-моё. Разворотят тут только всю деревню. Сейчас вот реально, если скибиди туалеты узнают, что вот там вот закрыт в клетке, блин, Спикермен 2.0, они по-любому сюда придут, я уверен. И сюда да? Придут не абы какие, а, блин, Джимен по-любому. Сюда придет. И куча этих мелких еще скибиди туалетов. Надо так, действовать нам, будем? Блин. Надо его освободить. Вот что надо делать. А каким делать. Образом? На а танке ты сядем? Собрался его освободить? Да как мы? Нас не подпустят туда уже, наверное. Ну не знаю. Давайте попробуем подкоп сделать и заберем его камнем, а? А откуда подкоп? Ну, как? Сделаем подкоп. Сейчас вот лопату возьму, кирку слушай, возьму. Ну, можно попробовать, в принципе, конечно. Опа. Сделать подкоп. Погнали? А чем мы его заберем? Да, камни. У меня есть. У нас есть хорошо. Эти штуки. У меня камни, пойдем. Да, у меня камни всегда с собой, которые... Короче, пойдемте. Давайте сейчас где-нибудь выберем место. А вы все лопаты взяли, либо у меня их нет? Да, одна лопата. У меня лопата. Нету, только ладно, одна, да. Ладно, у меня есть кирка. Давайте сейчас выберем место какое-нибудь беспалевное, и оттуда мы начнем копать. Давай. Надо ладно, сейчас чтобы посмотреть. Жители нас не заметили. Блин, капец тут танков. Давайте да. Вот здесь вот. Ну вот примерно вот, вот тут, да. Не-не, давайте сюда. Сейчас просто разведка обстановки. Просто давай. Ходим. Лопату жители, сейчас спрячем. По своим делам. Да. Так. Ну-ка. Вот здесь, может быть, а? Как вы думаете? Капец, какие танки. О, вот здесь. Вот здесь самое место. Да. Так. О, мне факела есть. Как мы тебя скорректируем? Не знаю. Я уже с тобой. Копаю. Давайте. Ну, давай, вот туда примерно, да, давай, руби. Я правильно иду? Наверное. Так. Да, так, правильно. Так. Нубик, ты там близко сильно не подходи к ним. Я а то, не блин, подхожу. Вдруг они, если что, еще сейчас тебя в клетку закинут. Я так. На крышу так, запрыгнул. Так, у меня кирка есть.
Сюда, сюда. Да у меня тоже есть кирка, фиалка. А, так. Хорошо. Сейчас еще мы немножко его освободим, блин. Подожди, душу-то не взяли. А ты сюда залезешь? Нет, да, сейчас залезу. Копайте. Давай, 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 я копаю. Вот, по-моему, вы над ним. О. А... Я иду. Бедро. Тут бедрок? Блин. В смысле бедрок? А может быть еще копнешь? Так все. Куда копнуть-то? Мы тут ничего тут не сделаем, ребята. Ё-моё. Получится так. Смотри сам, бедрок, видишь, не ломается. Мы никак не сможем сделать подкоп и забрать его. А под... Нет, подорвать тоже не получится, это же бедрок. Нифига план себе. План обламывается. Надо что-то другое придумать. Может быть, на вертолете как-то подлетим сверху? На каком вертолете? Откуда у нас вертолет? У нас вертолет, блин, есть. Давайте вылазить смотри, отсюда. Если бы он был. Капец. Взрывчаточку какую-нибудь или что-то такого рода? Да, или рода? Взрывчатку. Какую-то огромную надо. Я даже не знаю. Может быть, этот С4 какой-нибудь закинуть, чисто подорвать. А ну, у хотя... нас есть... Блин, мы же не сможем подорвать бедрок, но можно попробовать решетку подорвать. Решетку? Ну да, наверное, да, можно надо. Будет. Так, сейчас, ребята, вылезайте. Слушай. Чего? Чего такое, Нубик? Ой, подожди, пойдем домой. Домой, хорошо. У меня появилась кое-какая идея. Какая идея? А сейчас блин, смотрите, расскажу. Там сверху бедрок. Я что-то даже с самого начала не обратил на это внимания. Капец, что придумал-то, ну, а? Да. Сейчас давай зайдем, чтоб никто не слышал. Давай, 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 мы здесь. Так, сейчас я уберу инструменты назад. Опа. Так, фиалка, заходи, дверь закрывай. Хорошо, все. Так, что придумал? Так, сейчас, подожди. Что, в телефоне что-то? О, привет. Нубик. Слушай. Куда-то позвонил, блин. Интересно, кому? Нам нужно... Не у знаю. Нас особый заказ. Что ты там хочешь? Вертушка? Вертушка нужна? Куда? Подожди, куда ты позвонил? Какая вертушка? Так, другу своему позвонил. Давай, говори быстрее, что надо. А что, он вертолет может пригнать? Да, может. Офигеть, и что мы с ним будем делать? Не знаю. Надо еще что-то помимо вертолета. Вертолет и взрывчатку надо. Хорошо. Так, дружище, нам нужен вертолет, маленькую птичку, на маленькую птичку и какую-нибудь ракетницу, наверное. Офигеть. Сможешь это достать? Ё-моё, слушайте, так мы сейчас... У меня это... таких друзей. Ну, понятное дело, что это дорого будет, конечно, да. Ага, так, а хорошо. Деньги? Не, ну у нас есть деньги? Я не знаю, да, хватит нам или нет? Есть. Ну, как ладно, отлично, мы ну, будем давай ждать. Давай побольше возьмем. Спасибо Опа. Большое, давай. Все, что есть, возьмем, наверное. Так. У нас 1900 будет... денег, Нубик, нам хватит? А алмазы есть? Алмазы? Да. Не. Может, у него там алмазы продаются? Ну, типа, может деньги быть. Обменять на алмазы. Ну да, так может далее. Быть. Нифига, я, конечно, прям не знаю. Ладно, а ждем звонка. Серьезно, он вертолет подумать... пригонит? Ну, может, да. Пойдемте, может, не знаю. Он настоящий оружейный барон. Ого, как ты с ним познакомился? Хороший, кстати, да, как ты познакомился? Это секрет. Да блин, рассказывай. Рассказывай. Извините, извините, ребята. Все даже понятно. Своим самым близким друзьям я не могу этого рассказать, простите. Все понятно. Мы пользуемся, вот секрет мы... я тебе не расскажу. Ладно, слушай, что мы будем делать, пока... Его услугами, что, этого достаточно. Что будем делать, пока тебе не позвонили? Я даже не знаю. Нужно, наверное, еще что-то придумать, если вдруг это... Хотя, почему не сработает? Должно сработать. У нас есть один джетпак. Один джетпак есть? А да. Один? Да, один джетпак. Вот бы три джетпака. А да какая нет, нам, ну... какой с этого смысл, блин? Там все равно бедрок сверху. Ну да, а у нас заправить а есть чем? А если у нас бы было бы взрывчатка, мы бы могли положить на решетку, подлететь и взорвать это все. Да, ну, вот и, если бы... он... и нас если бы ни разу не расстреляли. Его... Ага. Не, на вертолете так-то нас тоже могут расстрелять. Но мы что, не впритык будем подлетать? А если мы переоденемся под военных? Там, а ну, форму нет, где брать, форму блин? Возьмешь? О, подожди, а, да, вот... Чего? Ага. Позвонили? Так, сейчас я джетпак назад отнесу. Какие Опа. Координаты, повтори? Опа, ага. Сюда. Ага, ага. Стой, стой, стой. Выходи, давай, выходи. Все, я понял, да, денежку, да, денежку. Взять. Денежку мы взяли, да, все, все будет хорошо. Ну что давай, там? Мы выдвигаемся, все, пойдем. Куда? Идем, да? Подожди, уже, по уже готово все, да? Да, нам туда. А че он, ну, а хотя ладно, это глупый вопрос, че он сюда главное, не смог чтобы пригнать? Главное, чтобы никто не заподозрил. Ну, ну конечно. Так-то да. Блин, нам бы маски какие-нибудь одеть, что ли? Чтобы мы хотя бы немножко не выделялись. Но я думаю, что, блин, ну подлетать близко же не будем, правильно? Нет, подлетать близко не будем, конечно, ты чё, зачем? Так, а он далеко приземлился где-то или чё? Да ну где-то в горах сказал, ну он координаты примерно назвал. Ага. Сейчас я вот смотрю на координаты и иду... Давай, примерно Нубик, нам... мы за тобой. Примерно Опа. Нам сюда, кажется. Ты идёшь, фиалка? Да, сейчас. Давай, давай сюда, ты чего там? Застряла или чё? Ага. Давай, мы тебя ждём здесь. Куда Потому дальше, что Нубик? В глазах потемнело. Идти?
В глазах потемнело. Ага, мало ела сегодня. На тебе этих пару кебабов. Опа, спасибо. Ребят, ребят, ребят. Чего? Иди нашел? Сюда. Нашел, нашел, Нубик, нашел? Привет, вау, дружище. Нифига. Подождите меня, меня подождите. Вертолет. Нифига себе, серьезно, да, нам? У нас как все, как обычно, да. Жесть. Во, вертолетные ключи, смотри, 5 алмазов. 500 денег стоит вертолет. Давай, так, я покупаю. Так, нам нужна ракетница. Так, все хорошо, вертолетные ключи у меня есть. А припасов ракет к ракетнице у тебя нету? Не нет, знаю. Не прихватил. Опа. Так, ну, Нубик, ну все, я купил, держи тебе. Давай тогда мне ракетницу, значит, смотри, какой у нас план. А может быть две возьмем? Две? Ну да. Да зачем? Мне кажется, мы можем что-то еще повредить там. Нам нужно только решетку сломать. Да, нам нужно только решетку сломать. Ладно, друг, спасибо. Купили? Мы на ключи, связи. Ключи, да, ключи у меня, все здесь. Все, давайте. Питаем. А он заправлен? Какой план? Вроде план да, такой, все заправлено. Фиалка, садись. Все, я тут. План такой, ты подлетаешь, я, получается, сижу слева от тебя. Ага. Ты подлетаешь, и я фигачу ракетницей по клетке. Ага, и хорошо. И что потом? Потом? А забрать его? Потом мы садимся, либо залетаем внутрь, либо садимся наверх, спрыгиваем туда и забираем его, а дальше разберемся. Ладно, ребята, вот это сейчас у нас жесть начнется. Давайте я... Подходим вперед! Подходим, у подходим. У нас один шанс. Подлети, чтоб слева, и завис не в воздухе. Деревьев буду сейчас. Давай, выше, Нубик, держи. Нормально, нормально. Нубик, давай! Давай! Вперед, покажите, не попади! Взорвал? Нубик! Нет! В смысле нет? Не взрывается. Нифига, там лагерь военный целый есть. Ё-моё, а так что всё. Такое? Улетаем. А нас никто не видел. Вот так вот по низине пойдем здесь. Опа. По-моему, нас там все слышали. Слышишь, серьезно, что ли, не взорвалось? Серьезно не взорвалось, я попал 3 раза в клетку. Ладно, слушайте, ребята, нам нужно где-то спрятать вертолет. Есть идеи? Надо его спасти. Давай выше в горах. Да, выше давай в горы. Горы вот сюда, да. Либо, может, вот здесь где-нибудь его оставим. Ну ладно, да, давай, давай пониже, сюда, чтобы никто не заметил. Сейчас еще, да, чтобы нас еще не сбили. Да я вроде пытаюсь, как могу, низко. Так. Давай, так, на давай. Полянке какой-то. Вот здесь, вот здесь, а? Я думаю, да, будет прекрасно. Опа. Класс. Кажется, ну, все. На всякий случай, глуши воду. Все, заглушил. Он улетает. Не, ничего не все улетает. Все нормально сейчас будет. Все здесь. Это немного тут это грунта осыпалось и все. Так, ключи у меня. Хорошо. Вот это мы сейчас что провернули, а? Серьезно, что ли, не взорвалось? Мне не видно серьезно было. Серьезно, не взорвалось? Я 3 раза попал по клетке. Офигеть! Из чего, блин, оно? Не знаю. Слушайте, пока летели, вы видели, там была военная база за этой клеткой? Я не смог заметила. Увидеть, да, я так, тоже не видел. Так, мы где? Мы за домом Титана, ты давайте проверим. Ты видел? Да, я видел там. Там были палатки, ящики какие-то. Слушайте, а если попробовать с танка засадить по вот этой клетке? А как ты на него запрыгнешь? Какого танка? Ты сказал, нас расстреляют. Или в лагере танк был? В лагере не было танка, но танки были вокруг. А если мы в лагере попробуем найти, короче, форму военную их, а? Притворимся одним из них и залезем в танк, подъедем поближе и влупим. Потом ты вылезешь, быстро заберешь его камнем, и мы сваливаем. И ты думаешь, все так просто будет? Да, надо попробовать. У меня есть зелье невидимости, кстати. Нужно изучить обстановку. Выглядит очень опасно. И тут он сейчас сказал, да? Ну а что, а какая разница? Ну да, реально, блин. Короче, ну, ладно. Пойдемте поближе. Я предлагаю обойти справа. Давай, через пойдем. Лес. И там уже заглянем, короче. Так. Вертолетные ключи. Может их куда-то припрятать, а? В доме спрячь и все. Да, в доме, а если обыщут, а? Если на обыске. Держи при себе. А если меня будут обыскивать? Выкинешь потом, если что, и все. Давай подложим вот сюда. Куда? Тут же никого. Ну, это дом, это и был. Спикер, ну, я понимаю, да, но тут-то никого сейчас. Закрыто или открыто? Явно ее обыскивать не будут. Давай. Ну-ка. Открыто, о, нет? Открыто. О. Так, вот здесь я положу. Я вот в ящичек положил вот в этот. Давай, чтоб нас никто не видел. Так. Житель нас пялит. Да, нормально он. Он косоглазый, он не сюда смотрит. Пойдемте. Ну, ладно. Давайте, быстрее. Нужно, короче, вот сюда куда-то пройти, и вот там вот в низине... Ой-ой-ой, тихо, мы прям совсем близко. Ой-ой-ой, да, мы прям близко. Давайте сюда идете? Да, давай. Так, сейчас посмотрим вообще, есть ли смысл это делать. Так, обходим. Кажись, нас никто не видит здесь из-за травы и вот этих всяких... Ну, наверное, да. ...рельефных бугров. Так, опа, вот сюда. И вот здесь было где-то.
Где? Я ничего не вижу. Вон, сюда. Я не... А, во, видно. Офигеть, ложитесь, ребята. Давайте, давайте, ложитесь. Военные уже смотрят, блин, по сторонам тут. И что дальше? Так, 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 сейчас, погоди-ка. Смотрите. 1, 2, 3, 4 военных точно. Да каких 4? Вон там куча целая, да, стоит. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Смотрите, ладно, короче, ну, наша цель, наверное, в коробках. Нужно выпить зелье невидимости и в коробках, короче, обыскать их и этот, попробовать форму найти. Если сможем форму достать, то у нас будут все шансы сесть в танк какой-нибудь и того-то стрельнуть с пушки. А? А у тебя сколько зелья есть? А вдруг она не заряжена вообще? Да как не заряжена? А если там кто-то танк сидит? Да вряд ли, ну, там реально кто-то сидит. Если бы сидели, они бы были эти, гудели. А, ну да, двигатели головы бы работали торчали еще, как минимум. Короче, ну, давайте. Ладно, ребята, мы должны попробовать. Выбегаем отсюда. Ладно, пойдем, давай. Погнали за зельями, они в сейфе лежат в доме. Сейчас, короче, идем они туда. У тебя не при себе, ну давай, поехали, ладно. Не, да зачем мне их с собой носить? У меня просто да, там ли лежали в сейфе. Так, 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 так. Сейчас по тому же маршруту идем. Ага. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот это, конечно, блин, мы тут задумали. Да-да, на... это точно, блин. Но по-другому, мне кажется, его не выпустят. Чёрт, блин, его там да, удерживают, наверное... несправедливо, нечестно. Да, наверное, наверное, его не выпустят вообще. Так, быстренько идем домой. Мы уже практически добежали. Да. Так-так, ну-ка. Сейчас зельки достаю. Их там, по-моему, штук 5 у меня есть. Так, да? Опа. Отлично. Да. Сюда. Нам хватит. Сюда, сюда, сюда. Вот здесь, в сейфике. Опа. Во, да, их тут 5, смотрите. Давай мне. Каждому по одному. Да? Так, это сюда, это тебе, о, а это спасибо мне. Главное так, ну эти что тапки снять. Кстати, да. Тапки снять, да. Снимаем обувь всякую, там этот, одежу, броню. Все, погнали, готовы? Да. Сейчас поближе подкрадемся вот туда в лес. И что? И давайте, нет, и давайте, что, слушайте, через искать? Давайте с той стороны пройдем. Здесь ближе давай будет, пройдем. А там слишком долго идти в обход. Так, просто идем вот так вот через всю деревню. Окей. А мы на рыбалку идем. Идем вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот здесь вот за деревом можно будет уже пить. Так, готовы? Никто на нас не смотрит, но вроде нет. Нет, давай. Давайте я зербую зельку. Опа, готово. Я тоже. Блин, всё, я так да близко идти к танку. Я никого не вижу. За, к танку идите. Хорошо. Помнили где? Вот сюда, да, мимо да этих. Так, и только тише, тише, танку ведите себя. По прямой, по прямой. Видите, вот я здесь этот. Бутылка летает. Просто мимо танка. О, да, давай. Давайте давай за мной, за мной, за мной. Опа, всё, спускайтесь. Тише. Вниз вот сюда, вот, вот так вот. Ну все, дальше коричневые коробки сюда, обыскиваем. Прям сюда смотрит. Да, 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 да. Да не бегайте, кто бегает, блин, видно я не следы бегаю. Просто идем. Хорошо, идём, все, спокойно, нормально идем. Смотрите, мы прям рядом. Так, я лег. Я лег. Ну-ка. Я возле коробок, ребята. Я хорошо тоже. Я уже одни коробки обыскал. Тут пусто, ребята. Другие обыскивайте, давайте все по-быстрому обыскиваем. Так, 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 так. А сколько зелий работает? 3 минуты. Уже 2 минуты осталось. Я нашел одну форму. 2. Нам надо больше. Забирай, Нубик, я забирай. Я нашел 2 формы. Так, я тоже одну нашел. Все, все, мы махаемся. Так, давайте. Тем же маршрутом. Сейчас, так, подожди, так, так, я так забираю их. Быстрее, 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 быстрее. Ё-моё. Вот сюда. Так, сейчас я бегу, где-нибудь я бегу здесь. Так, я буду стоять в этом, в невидимости. Опа, за деревом. Ага. Все, смотрите, видите, штаны летают. О, давай, давай. Давайте я сюда. Штанов не вижу. Да вот а они. А вижу, вижу, вижу. Все, всё, капец. Вы тут? Да, я здесь. Все, я тут. Короче, давайте одеваем одежду теперь. Опа, опа, опа. Во. О, нормально. Мы теперь как военные. Фиалка, ты фиалка, где? Фиалка, ты где? Да я тут сейчас подойду. Давай, 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 давай. Быстрее, мы тебя ждем. Сейчас, короче, пробираемся к танку. Я предлагаю, знаете, к какому подобраться? А. Который вот там вот стоит, он вроде ближе всех о, стоит. О, фиалка, ты пришла! Давай, 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 быстрее! Держи, это тебе! Да, подождите, подождите, сейчас! Что? Давай, 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 одевайся! Одевайся! Чё, форма не того размера? Того, того! Ну давай, давай, одевайся, давай, быстренько! Короче, вот тот танк, вот там вот вроде стоял танк, я видел. Я предлагаю в него, я готова, короче. Готовы? Давайте, ребята, за мной! Только моя пижама не... Ага, это... не кажется как-то подозрительным? Блин, сиди здесь тогда, хорошо? Эй, нет, я с нет вами! Тогда так не работает. Ладно, пойдем. Пойдемте. Что нам остается? Давайте, давайте, давайте. Так. Опа, опа. Что, девочки военные тоже в армии служат? Ну да, да, конечно. Все, мы... Фиалка тут заступила. Просто идем. Да. Привет, вот ребят. Вот. Как оно? За мной, за мной, как за мной. Служба? Так, Нубик, ты готов?
Давай, вы садитесь. Сейчас Фиалка, подъезжаем. Садись за пулемет, ты садись за пушку. Опа, нет, не туда сел. Фиалка, да за пушку дай залезть. Опа, садитесь кто-нибудь. Оп. Я за пулемет, сяду в машину. Все, я сел. Так, вы готовы, ребята? Блин, подожди. Я за водителя. За водителя? Да. А, давай, едь вперед поближе. Все, я сел. Давайте, вперед, давайте, давайте. Нет, давайте за пулемет. Да куда? Вы чего, блин? Сейчас нас спалят, блин, подумаем, что мы делаем. Я за машине. Я на машине. На машине? А, ладно. Да. Садись, Фиалка, давай за руль. Хорошо, давай, сейчас завожусь. Ё-моё. Опа, да готовы? Просто. Поехали, ребята. Вперед, давай, давай. Стреляй, стреляй. Выстрели, садись. Так, тихо, ну-ка, ну-ка. На. Нубик, пролазь туда. Быстрее, быстрее, быстрее. Да-да-да, прощемляйся, прощемляйся. Вперёд. Давай, 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 быстрее. Нифига себе. Сейчас готово, нас боятся, блин, зашел. Тут. Давай, давай, давай. Опа. Вылезай быстрее. Все, выходите. Отход прикройте. Выходи, Фиалка. Выходи, выходи, выходи быстрее. Мы в машине сядем. Да фиг с ней. Давайте в лес, в лес, в лес. Вперед. Ёлки-палки. Мне кажется, нас сейчас, блин, хана нам, короче, походу. Раздеваемся, покидаем формы. Снимайте. Давайте, 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 давайте. Все, валим, 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 валим. Блин, мне кажется, нам надо сейчас прыгать в вертолет и улетать просто. Да, давайте. А ключи? У меня ключи. А, в доме блин. Ключи. Ёлки-палки. Давайте пешком, нету времени. Ладно, нет, хорошо. Я забегу за ключами, я забегу за да ключами. Да фиг с ними, Нубик, нет, пошли назад уже, все, это мы не пойдем туда. Это очень рисково. Давай, все, уходим, уходим, они у меня... уходим. Ладно.